публики с годами все меньше и меньше. Ноября 81 года. Ереван. Успех сенсационный. В конце, во время бисов, какой-то слушатель встал и громко сказал: «Мы вас сегодня не отпустим. Мы на седьмом небе от счастья». Вы не можете себе представить, сколь многим может пожертвовать Зара Санна ради покоя одного человека. И именно это качество, мне кажется, каждый испытывает на себе, находясь в зале. Когда изумительные поклоны Зары Санны действуют так, что каждый чувствует себя лично обласканным этой изумительной артисткой. Наше сотрудничество с Зарой Санной продолжается 6 лет. За это время я имел счастье сыграть более 300 концертов. Да, и именно в условиях сцены все проверяется, все оттачивается. Если что-то с моей стороны было неудовлетворительно, я постараюсь это исправить в следующем нашем концерте. Есть и другие репетиции, когда пропевается программа всего концерта, ну, как бы в полголоса, как бы устанавливается взаимодействие с роялем, при этом Зара Санна ведет себя с полнейшей непринужденностью, удивительной во время пения. Поливает цветы, шьет. Даже так. Прикладывает ноты, ищет что-то ей необходимое. Мне кажется, что это и создает, это и дает возможность Зары Санне затем на сцене вести себя так же удивительно естественно. В зале молоденькие колхозницы по путевкам со скидкой. Им было, бедняжкам, так скучно, что зевали во весь рот. Прислали записку: «Просим полонез Агинского». Ничего не поняли. После концерта побежали на танцы. Остались гордым. Мая 82 года, Горький. Во Дворце культуры был молодежный вечер. Ни я им, ни они мне не были нужны. Я отказалась петь, но обещала отдать концерт до конца сезона.
после концерта гуляла. Зашла в магазин грампластинок, увидела там свою и попросила ее посмотреть. Продавец эдак небрежно кинул ее мне. Меня он не узнал, хотя на конверте был мой портрет. Репертуар на пластинке был замечательный. Бах, Гендель, Беллини. А цена была 10 копеек. Ну, я ее, конечно, купила, иду по набережной, несу ее под мышкой, а навстречу мне мой старинный поклонник. «Зара Санна, дорогая, как я рада вас видеть, а что это у вас тут интересное?» И смотрит на пластинку. «А это, говорю, как раз то, что я вам сейчас подарю. У вас найдется авторучка?» И я написала ему. «Моему дорогому другу от уцененной Зары Долухановой». Song.